Привет тебе, мой дорогой слушатель. Сегодня я хочу раскрыть такую тему, как релиз на собственность. В свое время я столкнулся с одной проблемой на Шаттерстоке, что фотографии старые, которые были сняты еще моим дедушкой в черно-белом, их не принимают. Их просто не принимают на Шаттерстоке, как бы я их ни описывал или еще что-то. Оказывается, нужен релиз собственности на такую фотографию. То есть подтвердить, что я собственник фотографии, что она досталась мне, допустим, по наследству, и я ее не украл нигде из интернета, ну и все такое. Значит, все делается очень и очень просто. Для начала нам нужно скачать шаблон данного релиза. Это можно сделать в вашем кабинете, в самом-самом низу, и зайти, нажать на ссылочку «Разрешение модели и владельцев собственности» в разделе «Юридическая информация и соблюдение требований». Нажимаем сюда, попадаем в юридические формы и сведения. Мы ищем разрешение владельца собственности. Тут еще можно скачать разрешение модели для моделей старше 18 лет и разрешение несовершеннолетней модели для моделей младше 18 лет. А третьим пунктом идет разрешение владельца собственности как раз. Выбираем язык. Я выбираю английский. Нажимаю «Загрузить». Загрузив релиз, ну, как разрешение, как написано на сайте, мы его видим в формате PDF. Данный формат можно открыть спокойно через Photoshop. Я заполняю все через Photoshop. Вы же можете распечатать и заполнить вручную. Почему я заполняю через Photoshop? Потому что это намного проще, и сейчас вы увидите, почему это проще. Открываем Photoshop. Я сейчас покажу, у меня все заполненное, мы просто разберем поэтапно. Файл открыть. Вот он, мой шаблон. Открываю. Вот так выглядит данный релиз, Шаттерсток и все дела. Значит, мы в начале самом видим строчки пустые. Вот эти строчки все будут пустыми, вы их будете заполнять. Значит, первая, самая первая строчка — это у нас ваша фамилия, имя. Дмитрий Андреев. Это имя и фамилия вымышленные. Вы можете даже не проверять эту всю информацию. Все это вымышленное, кроме названия фотографии. Дмитрий Андреев. Дальше. Мы пишем сокращенное название фотографии. Я написал сокращенно, поставил троеточие, потому что у меня само название очень длинное. Оно тут не помещается. Дальше. Строчка. Мы пишем myself Дмитрий Андреев. То есть я являюсь фотографом. И в скобках фамилия. Дмитрий Андреев. Дальше тут все описывается. И переходим к информации о фотографе. Опять же, мы тут пишем опять же свое имя и фамилия. Дмитрий Андреев. Наш адрес проживания. Ленина стрит, Home 5, Apartment 27. Сити, город Ростов. Область Ростовская.
Country Russian Federation, то есть страна, и почтовый индекс, телефон, email, Дмитрий Андреев, Яндекс.ру. Вот тут будьте внимательны. Это дата съемки данной фотографии. То есть, когда она была снята. Я знаю, когда она была снята. Это 62-й год. Именно какой месяц и день я не знаю, поэтому я его придумал. Дальше ставим вот такую галочку. Галочку эту поставить очень просто. Это просто буква X. Английская или H наша. Ее увеличили под этот квадратик. Это значит, что это фотография, это не видео. Signature — это у нас подпись, ваша подпись. Как поставить подпись? Значит, подпись можно поставить двумя способами. Первый способ — вы на листе белой бумаги делаете подпись, фотографируете ее, в фотошопе чуть-чуть подбелить и вставить сюда. Если вы не владеете фотошопом, то вы, опять же, распечатываете эту всю форму, от руки заполняете, делаете подпись и сканируете. Но если вы являетесь автором на Шаттерстоке, мне кажется, любой автор уже знает Photoshop. Это подразумевается само собой. Но бывают разные моменты. Поэтому здесь у нас подпись. Все, идем дальше. На этой стороне. Владелец собственности. Владельцем собственности мы... выступаем мы с вами. То есть я, Дмитрий Андреев. Ниже была информация о фотографе, а это у нас информация о собственнике. Да, кстати, если вы знаете, что фотограф у вас, так как у меня фотограф был дедушка мой, то я тут мог написать его фамилию. Адрес проживания не актуален был, поэтому все равно эти все поля нужно было заполнить, поэтому я решил себя написать. И так принимают. Вы можете, если у вас так как мой дедушка уже умер, поэтому я не могу никаких данных сюда ввести. Если у вас родственник, который фотографировал данное фото, жив, или вы знаете, кто-то вам эту фотографию отдал, знакомый какой-то, вы можете сюда ввести его информацию. Эти поля — это информация о собственнике. Имя — Дмитрий Андреев, сокращенное название фотографии, здесь еще меньше поле. Дата сегодняшняя, например, когда я заполняю данный релиз, 13.01.19, подпись, телефон, адрес, город, область, страна, почтовый индекс и полное название моей фотографии. Вот смотрите, какое оно у меня длинное. Дальше. Нужно заполнить еще информацию о свидетеле. Свидетель является тот человек, который может подтвердить, что эта фотография действительно вам принадлежит. То есть у нас может выступать в роли свидетеля любой человек. Жена, мать, отец, знакомые ваши и так далее. То
тот человек, который может подтвердить, что действительно данная фотография принадлежит именно вам. Значит, информация свидетеля, то есть Ирина Андреева, ну тут, допустим, вымышленному нашему персонажу, и это его жена. Ее подпись и дата, когда она подписывает. Ниже нужно вставить данную фотографию. Вот именно почему заполнять лучше в фотошопе. Потому что если вы распечатаете, заполните от руки, вам все равно придется в фотошоп загонять и вставлять эту фотографию. Или же распечатывать, уменьшать фотографию, распечатывать и приклеивать, а потом сканировать. Это намного больше проблем. А так я уменьшил и вставил сюда. На этом все. Мы сохраняем данный релиз. Закидываем его в Shutterstock. Загружаем эту фотографию, прикрепляем этот релиз и фотографию, таким образом вашу фотографию примут. Данный шаблон нужно оставить, сохранить его в PDF или в PSD формате. Не, скорее всего, PSD. Извиняюсь, потому что это Photoshop формат, и все слои у вас останутся. Потому что вам придется, если у вас много таких фотографий, на которые нужен такой релиз, вам придется просто некоторые моменты менять. А именно, название фотографии, дату съемки, сегодняшнюю дату, и все. И саму фотографию. Поэтому сохранять лучше в PSD формате, чтобы быстренько это все откорректировать. На этом все. Если было интересно, ставьте лайк. Если вам информация эта понадобилась, подписывайтесь на канал. Ниже будет в комментариях ссылочка реферальная, по которой вы можете зарегистрироваться в Shutterstock, и таким образом я увижу, что вы зарегистрировались по моей ссылочке, и вы можете задавать мне любые вопросы, на которые я вам отвечу по Shutterstock, по всем нюансам стоковой фотографии я вам буду отвечать и помогать в дальнейшем продавать фотографии. Пока-пока!